Всем привет! 23 февраля, самый мужской день. С вами я, Андрей Лукин, Дмитрий Пиляк, Станислав Мисюков, Чикаго. И мы идем на Юлию Волкову вместе с тобой. A body, a soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get. Привет, как тебя зовут? Юля. Юля, ты любишь мужчин? Очень. А сколько ты любишь мужчин? Сколько раз в сутки? Тату тебе нравится? Очень! Юлия Волкова, знаешь, кто это? Знаю. Она сейчас будет здесь выступать на сцене. Я знаю. Ты ждешь? Конечно! Отлично! Привет! Привет! Как дела? Отлично! Сегодня Юлия Волкова! Замечательно, мы очень рады. Мы уже хотим ее увидеть, услышать. Диджей Gold Sky, знаешь, кто это? Да, диджей. А можешь напеть любую песню из репертуара Юлии Волковой? Нас не догонят! Нас не догонят! Нас не догонят! Дорогие друзья, сегодня 23 февраля, клуб Чикаго. К нам приехала Юлия Волкова, экс-солистка группы Тату и диджей Gold Sky. И пока диджей Gold Sky ставит свои вертушки и меняется с Валерием Хусаиновым на танцполе, мы поговорим с Юлей. Привет, Юль. Привет. Юль, как тебе в Оренбурге? Ой, вообще замечательный город. Мне сказали, что Чикаго – это самый лучший клуб в этом городе. Вот, Юль, ну, собственно, я приехала сюда. Скажи, вот в 2007 году у тебя был роман с каким-то из продюсеров. Как его звали? Ой, на самом деле, я уже не помню, кто это был. Если честно, их было так много. Юля, скажи, как поживает твой 7-летний сын? Ой, он поживает отлично. Сейчас учится. Вы спали с диджеем Gold Sky? Нет. Никогда? Никогда. Откуда, мы друзья с ним. Откуда тогда 7-летний сын? Это не его сын. Ну и последний вопрос. На афишах ты черненькая, сейчас беленькая. С чем ну, я связано? Перекрасилась, решила сменить имидж. И да. Нарастила грудь? Да. И мозг? И еще что-нибудь? Да. Понятно. Спасибо тебе, Юль. Скажи, какие песни ты сегодня будешь петь из старого репертуара Тату? Так, ну я думаю, нас не догонят. Мальчик гей. Мальчик гей. Это про диджея Gold Sky. Почти. Понятно. Ну, давай напоследок, давай что-нибудь напоем акапельно вместе, давай. О, нет. Давай, я сошла с ума, давай. Давай, как ты обычно в душе, помнишь? Ну, когда мы с тобой мылись. У тебя на ранчо. Нет, Андрей, давай лучше я спою это на сцене. Хорошо, договорились. Скоро, в принципе, мое выступление уже, собственно. Мне кажется, это не Юля Волкова. Девочка, зачем ты нас обманываешь? Тебе не стыдно? Да я Юля Волкова, ты что? Нет, ты не Юля Волкова. На самом деле я Юля Волкова. Подтверди, у Юли Волковой пирсинг в пупке. Есть. Показывай. Нет, я не могу, я в платье. Да мне кажется, ты не Юля Волкова, что ты меня разводишь? Да я тебе серьезно говорю. Неправда. Зачем я тебя буду обманывать, вот скажи мне, пожалуйста. Чтоб бабла срубить, приехать в Оренбург, сказать, что ты Юля Волкова и срубить бабла. Нет, нет. Sometimes I get low, low, low. Sometimes I get low, low, low. Sometimes.
обычно теплая дружеская компания. Молодежь танцует до потери пульса и ждет ту единственную, которая приехала и привезла в подарок самое главное творчество, наверное, молодежи России. Юль, привет. Привет. Скажи, вот ты сегодня в Оренбурге, ты впервые в Оренбурге? Слушай, не помню, по-моему, может быть, тату мы здесь были. Так сольно, да. Оренбург очень большой молодежный город, тебя здесь все очень сильно ждут. Скажи, чем ты сегодня удивишь молодежь, которая пришла в Чикаго? Мы подготовили такой диджей-сет с Gold Sky. И у нас такое, как, ну, вчера была премьера в Уфе, сегодня, собственно, будет продолжение. Клаб-шоу. Нам звонили ребята с Уфы, сказали, что очень крутое шоу, приходите. Сегодня просто весь Оренбург пришел в Чикаго, не хватает браслетов на входе, все рвут вообще и мечут, все хотят увидеть и услышать. Ты, наверное, будешь радовать нас своим присутствием в Оренбурге. Да, конечно. Приезжай, мы будем очень рады тебя видеть. И что еще будет интересного в ближайшие несколько месяцев? Что вы планируете выпустить? Кино выходит с моим участием в главной роли. Работаем над синглом, пока восстанавливаю голос после операции. Ну, в общем, следите за творчеством. Понятно. Спасибо большое. Мы тебе желаем здоровья, творческих успехов. Ну и... С 23 февраля всех мужчин. Спасибо большое. Мы поздравляем вас с праздником. И буквально через несколько секунд вы увидите, как Юля Волкова зажигает ночной клуб Чикаго, Оренбург и всю оренбургскую молодежь. Встретимся вот там, за кадром. Естественно, Юлия Волкова приехала не одна, привезла с собой одного из самых талантливых диджеев России, очень молодого и перспективного музыканта. И у нас в гостях диджей Gold Sky. Привет. Я так чувствую, что ты обо мне наслышан. Уже наверняка знаешь, что я молодой, наверняка знаешь, что я перспективный. Добрый вечер. Скажи, как тебя зовут в жизни? По паспорту Петр Валерьевич Цветков. Для друзей Петр, Петя. Петр, нам звонили ребята из Уфы и сказали, что буквально на днях у них было вообще великолепное шоу с участием Юлии Волковой, непосредственно хедлайнером программы, был диджей Gold Sky. Это про тебя говорили? Слушай, ну они не соврали, было жарко. В общем, Уфа и клуб «Бархата» останутся в нашем сердце надолго. Очень качественная публика, очень хорошо встречали, пели песни Юлии Волковой, мы качали, и было очень классно. Классно, и я думаю, что сегодня будет не хуже. Года, убегают секунды, но музыка вечна, она никогда не будет меняться. Хорошая музыка всегда остается в нашем сердце, ровно так же, как и музыка, которую создает диджей Gold Sky, Юлия Волкова и их творческая команда. Это был 23 февраля, мужской день. С вами был Андрей Лукин, Дмитрий Беляк и Станислав Мистюков. Специально для Чикаго. Пишем. Тихо, ну не ржи. Ну я не могу. Просто серьезно. Я стесняюсь еще на камеру, понимаешь? Но я скромная девушка. А для меня, если тебе стыдно. Да. Если тебе стыдно после всего того, что у нас было, смотри на меня. Все. Ну-ка, серьезно. Ой, извини.